Доброго времени суток. Меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я хочу вам показать некоторые настройки в кабинете Access Corporation, которые вам необходимо сделать для получения вознаграждения. И некоторые настройки вам необходимо выполнить, чтобы вы не потеряли свои структуры. Итак, наш поисковик Access, access.com. Как зайти в кабинет? Внизу Access Marketing. Кликаем. Справа вверху «Войти» и входим в личный кабинет. Я зашел в кабинет своей жены Татьяны. И на главной странице с правой стороны вы видите новый компенсационный план вступит в силу 1 февраля 2015 года. Нажмите сюда. Кликаем. Читаем все внимательно. Я пролистываю до нужного момента. Сейчас увеличиваем. И вот смотрим. Требования освобождения от требований. Так. Требования звания являются обязательными для сохранения вашей работы в Access Marketing и получения комиссий и бонусов. Вы можете получить право на освобождение от этих требований PSV благодаря покупке конкретных пакетов у Access Marketing. Активный консультант. Активный консультант – это консультант, у которого в наличии 10 PSV, то есть 10, оплата 10 долларов в месяц или более за учетный 30-дневный период. Активные консультанты имеют право на получение комиссии первого уровня, как показано ниже в таблице 1, в соответствии с их званием на PSV. Итак, если вы в статусе консультант, у вас нет структуры, вы просто консультант. Вам достаточно оплачивать 10 долларов. Если вы хотите иметь статус директора, ну, соответственно, у вас купленный пакет на директорский, тогда вы оплачиваете 20 долларов в месяц и более. То есть Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond и так далее оплачивают по 20 долларов. Это каждые 30 дней. Я вам сейчас чуть попозже расскажу, как это все делать. Кроме того, очень важно, если вы имеете команды, если вы команды имеете, оплачивать своевременно ежегодную покупку. Вот. Возобновление годового набора для продаж. То есть оплата 59,95 долларов каждый год. Эту сумму мы оплачиваем. Если не оплатить вот эту сумму, 59,95, то ваша команда уходит вышестоящим спонсором. Поэтому следите за этой оплатой, своевременно выполняйте. Это очень-очень важно. Так, еще один момент. У нас есть два вида квалификации. То есть просто активный статус, когда мы оплачиваем либо 10 долларов статус консультант, либо 20 долларов в месяц. Либо, если мы хотим получать больше, тогда у нас есть полная квалификация. Что такое полная квалификация? Это когда мы хотим получать не только с первого уровня, но и с других всех уровней. А так как у нас маркетинг позволяет получать со всей глубины, тогда, если у вас есть команда, конечно, имеет смысл переходить на полную квалификацию. Статус консультант. Кто в статусе консультант, оплачивает 20 долларов. Кто в статусе Gold, Platinum, оплачивает 50 долларов. Diamond тоже 50. Blue Diamond оплачивают 100 долларов. И Black Diamond оплачивают 200 долларов ежемесячно. Опять-таки, за эти деньги мы не просто их оплачиваем, мы получаем еще дополнительный продукт. Теперь давайте на практике разберем, что же это такое. Итак, нажимаем «Мой аккаунт». И выбираем детали аккаунта. Вводим секретный ключ. Если у вас секретного ключа нет, значит, у вас будет немножко по-другому. У вас будет вот так. То есть мой аккаунт выбираете, нажимаете, и у вас будет полностью под меню открыто. Если под меню полностью не открыто, тогда делайте так, как я вам сейчас сказал, через вот секретного ключа, чтобы открылось под меню. И здесь набираете
Автопокупки. Автопокупки. Обратите внимание, у всех сейчас стоит автопокупка ежегодичная, то есть 59,95. Это важная автопокупка ежегодичная. Если вы ее прошляпите, не оплатите своевременно, ваша команда просто поднимется кверху. Возврата не будет. Это очень важно. В ближайшее время, конечно, вот 1 марта я оплачиваю очередную ежегодную автопокупку. Уже буду оплачивать, вот в 2011 году оплачивал первый раз, сейчас уже буду 12-й, 13-й, 14-й, 15-й год, 4 года. Итак, делаем автопокупку новую. Значит, с правой стороны, видите, зарегистрировать новую задачу. Нажимаем. Выбираем здесь, я выбираю $20. А дальше, повторная покупка. Вот здесь очень важно, повторная покупка. Значит, по умолчанию стоит один день. Выбираете 30 дней. 30 дней. Это очень важно. Метод оплаты выбираете. iCash баланс, либо кредитная карта. Я выбираю iCash баланс и нажимаю применить. Все, здесь установили автопокупку. Вот она. Вот она автопокупка. Значит, что вы получаете за эту автопокупку? Вот здесь содержимое есть. 100 iCredit, это package. То есть 100 рекламных единиц. 100 раз прорекламировать ваш любой сайт, либо сайт вашего клиента. 200 айпоинтов. Айпоинты – это наша доля в компании, согласно которой мы получаем деньги каждый день с мирового оборота корпорации. VWebs – Access Marketing Hosting Account, то есть это услуги хостинга. И VTrain – это обучение от компании. То есть здесь настроили автопокупку. Теперь дальше. Так как у меня не куплено $20. Я нажимаю «Купить продукт» и «Консультантские пакеты». И здесь я выбираю согласно своего статуса. Если у вас статус «Консультант», вы хотите консультантом быть, значит, оплачивайте $10. Если у вас статус «Gold» и выше, тогда оплачивайте согласно вот этой табличке. 10, 2, либо 20. Либо, если хотите по маркетингу побольше получать, то, соответственно, 50 долларов, либо 100-200. Итак, я выбираю, соответственно, своей ситуации, то есть $20, и нажимаю корзиночку «Купить». Так, вот у меня текущий баланс $21. iCash баланс есть. iCash баланс есть. Можно с кредитной карты, можно с UnionPay, можно с WeCash. Я выбираю iCash и нажимаю «Купить». Вот так. Купить. Все, спасибо. Транзакция выполнена успешно. Сейчас придет письма от компании о том, что покупка совершена, там, переквалификация произведена. И на этом, конечно, все. Это важные моменты, которые я вам хотел показать. Внимательно прочитайте все-таки маркетинг-план. Здесь очень много информации. Тут у нас много-много информации. Следите за новостями. С вами был Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал. Будет много-много информации полезной. Много технических моментов. Много фишек по заработку. Всем пока-пока.